Я уже гружу. Давай, сейчас колбой спадет, пошли с умонем шаман и ДК. Слышь, Джерри, он нормально будет на когда кольцо СРС и стрелка? Да, я раньше так носил. Ну я просто понял, хочу за репу на собой ставить. А ты зачем так носил? У тебя за репу какое было? Ну, не то, что сильно так выразится, я ношу на некоторых басах зарепу, а на некоторых так. Похоже, зареп уже будет лучше, чем в Сарайске, разве нет? Проще на нем шаман, там, надо перебегать туда-сюда лучше сразу. А там, где ты тупо все время бьешь точечную одну цель, то лучше зареп. Жди, ты успехнулся. Давай спекайся быстрее. Не сам. Минер, ты прикинь-то? Да, типа там что-то с койки, я стал вот так. Сейчас вторую пачку выйду. Не-не-не, стой. Не тех. Я в корни кину. Видите? Но. Я могу типа командира вытянуть. Вот я в корни кину стоять бы. Потом вытянешь. Ну, блядь, нахуй вы. Пиздец, тупые вообще. Сейчас бы они быстренько привязали сюда, и мы бы их уже заливали. Когда там новая серия года выходит? Да что-то непонятно там вообще, может, нового года. Олег, ты прочитал? Иди, веди туда их. Объект, я понял. Шо, забери там пишем. Слышь, прицел жестко было, да, когда... Все, прочитал, малого не помните меня. Да не, я что-то думал, что типа такого было. Мне больше было обидно, когда он этого дворецкого выгнал. Пидоразы. Олег, ты прочитал? Да, я прочитал, меня слышно? Да. Да, Олег, да, ты читать научился? Да. А чё, Бибо, будешь ГП за троллинг давать? Чё, ГП за троллинг? Пришёл, вчера сотку дали. Ладно, чтоб не за АФК. Да, наверное, я зря я сказал, чувствую бивок правил на некоторые пишут. Мы вчера сотку дали. Мне. А экстрим, что, не код? Уже нет. У меня есть код, но я ни разу в ред не играл. Слышь, Бибоп, могу шипешкой ворваться. Точно так же буду уносить трэш нахуй. Не точно. Да не так будет. Ну смотри сам. Кстати, зло недавно признался. Кофе стрэш заливает где-то за 20 секунд, а шипать придется бить минут. Может баш. Да, не, ну не до такой степени, Джерри. Так, ладно, Нейки, заходи. Ну ладно, секунд 50. Когда ты считай, котом ты под клиркастом наносишь всегда этот дамаг, а там тикающий дамаг. Тикающий искушение где? А, все, не заходи, сейчас Дэйв зайдет за кота. Заходи обратно на ретрика. А то что там что?
Дэнни Герл, Тиму, Петросикан, Свет. Я говорю, где хил, если можно узнать, чтобы написать макрос. Свет. Окей. Че, у нас совы нету? Есть. А, есть. Все, ты сейчас охуеешь, улекал, не смотри, у них стол. Че, начинать? Да, начинай. Шоринг. Вань, чего? Да, да. Колуном бьёшь где-нибудь? Колуном? Угу. Не. Он малый, КД уходит тут и все. Так он же типа один раз ГКД походу вешает и потом это. Потом как УГ. Но он даже ГКД не вешает. Не, изначально он что-то повесил. Вот я нажал, и он повесил мне ГКД. Так. Дэнни Герл, танчишь первую копию. Петросикан второй. Дэнни Герл, танчишь босса, Петросикан первую копию, а этот Поклонский вторую. Сидите, начинайте. Блять? Да, все, давай, Сакру. Считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму.
Черные драконы. Заходите за ними. Торгали. Мы даже не успели. Давайте, понять, начинайте. Кощуга. Антоха. Кощуга. А, да. Псих, ты меня обманул опять. Ну чё? Карл не умрёт. Ну, он не умер. Он умер. Нет, он жив. Серега. Ну, блин, подумай, что он сдох. Ну, его там собака покусала какая-то. Нормально, отрежет кусок живота и вообще руку отрезали. А, ты только там смотришь, как они в тюрьму пришли? Нет, это я сравнил просто. Хершли спустила ногу, а потом... Потом голову. Ну ладно, суть не меняет. Отец вырез, ты тут? Чё я танчу? Свет. На третий? Да. А сейчас Галим. О не, давай пусть Денигару потанчит Галимов. На третьей фазе и Галимов, и босса? Ну типа вот сейчас Галимов. Давай я потанчу. Да. Он насрать. Ну просто вы будете меняться, там перебегать, чтобы он зашел в эти... Ладно, пофиг. Поэтому, не знаю, как хотите. Давай я просто потанчу вообще эту всю третью фазу. И големов, и потом вместе. Давай, не бойся. Хорошо, давай так. Денигеру свет, а Петросикан тему танчит. Свет хилят. Транга и Верена. Тьму все остальные. Квадропедра диспелит свет. Тьму диспелит Йолга. Квадропедра, я сейчас тебе перекину в четвертую пати. Будешь оставаться для големов. Так, танчит Поклонский. Сейчас танчит босса. Нет, кто-то на третьей фазе танчит. Ну, на третьей фазе Дэнни Гирл танчит свет. Все, я понял. Че там? Че я забыл сказать? Наверное, все. Напишите, на кого вы рулите. Зион, Квадропедра, вы тут? Зион, Квадропедра. Да, я тоже тут. Квадропедра. Так, у нас два СС-а в свету будет. Зион, первый СС на холле упала. Ну, если он умирает, то кидаешь пилим второй СС. Петросикан танчит ему. Квадропедра. Зион первый СС, да? Да, он кинет первый, ты не кидаешь СС. Окей. Квадропедрос, остаешься добивать големов и диспелишь свет. Злой, дайте, ты на ком? Дайте кулак. В рейдик? Да. Не на ком? Четвертая пати големов дали? Да, големов. Нейкист готов. Нейкист, Ракшас. Все готовы? Где начинай? Да я рыбу не поел, ну ладно. Слушайте, танки, вы можете... Даниил, можешь подойти к боссу сзади? Там, сейчас, не-не-не, сейчас стой, я все сделаю. Нейкист, выноси. Давай.
Побежали. Это хватка сейчас была? Да. Либо там. Таргариен, да. Побежали. Смотрите, лужа. Лужа нормально. Играйте в босса только. А, у Таргариена власть льда включена. Братишка, охни ее. Лож. Кто-то в Влади танчит, а кто-то в ДД. Тут ушли от босса. Метеорит где-то неизвестно. Ладно, побежали. Сзади был, наверное, да? Иссушение по големам, дайте, по-моему, там трешка побежал. Зиона диспел. Квадропеда. Да, заходи. Хилы заходим. Рейд зашли. Макгрегор назад. Макгрегор. Лезвия все в квадрате. О, опасно. Скажите, как зайти? Да, скажу. Заходи. Дима, скажи, как вам уплю. Так, Иннер, это что, Джерин, что ты просаживаешься? Ты еще третью фазу пушит. Заливает Иннер экран. Да не надо, пусть огурцы за. У него есть этот бим на ману еще. Персональный зигер выноси. Макгрегор метка. Диспел его. Хуже я диспелю в сове, блядь. Цветовчик. Так, фаза пошла, сейчас метка будет. Ждите, не выходите, ждите метку. Так, Макгрегор опять метку. Все, выходим в свет. Йолга, диспель тьму. Ты диспелишь тьму. Встали в квадрат, дали рост. Там тотем на огонь поставь или паладины поставьте ауру. Так, назад ранга, помогай бить взрывом в себе там разумом. Так, побежали. Рейд, подымешь сейчас Макгрегора. Во тьме даем рост. Если не достаешь, бей трэш, потом поднимешь. Пимп, выноси метку. Давайте, все сыграли в... О, все шады. Это агрессор вам. Мак. Ладно. Тут лучше первый на пул давайте, этот, танка, что он откадешься, трэш. Хотя бы ханту, Хорошо. Выследи, где ты живешь, Олег, и на Киеве, даже Макгрегор. Жди, не походи. Заходи быстрее. Почему он срывает игру, непонятно. Там СС не давал, все, что без КД.
БДК. Ханты рога при выходе дают нам полный БДК? Нет, не было. Они и думают, что у них нет КДшится, либо у них. У ханта готовность есть, которая он дает с пола, и она КДшится на вторую фазу. Ары, кликните на ханта. Если у нас проблема у пугов, то вообще была проблема полная с этим, с агроном, так, третьей фазе. Там если выйти сразу, ну, вышел, дал на пуз на БДК, он откадачивается по трэшу. Так вот, я то же самое и говорил. Ставьте мамонта кто-нибудь. О, рыба есть, да? Уже. Мамонта поставь. Китикет, попробуй дать с пула на пул на БДК, а потом уже напуливать на протопал. То же самое, когда мы на третьей фазе выходим, пул на БДК. Там не откадачивается на пул до маленьких. Как КДшится, там готовность нажимаешь сразу после большого на пол. Сразу на БДК даешь на пол, нажимаешь готовность. Перебегаешь, он тебе уже откадышился. Все время дальше даешь на пол на маленький. Выходишь в свет, уже опять даешь на пол на БДК. У тебя готовность откадышилась, нажимаешь и напуливаешься на протопал. Кадр Педро, ты тут? Все, тогда давай, начинай. Жми готовность, она откадышится как раз. Кажется, он забил. Но уже в рейде. Давайте квадрат. Смазывай, забери это большого. Нет, а он там забрался, это станк. Беги, давайте надо мелкий трэш добить, там 300к побежали на ТО. Так, рейд метка. О, хант отлетел, выходи уже. Так, сразу заходи. Все, рейд заходим. И на рейд Сугуцу заливаем. Кашка, пойти. Да, скажу. Давайте потратимся. Заходите. Метка с лезвиями. Кому ману забить? Тацу Гурцу. Зипер метка. Че два. Залейте ману Гурцу. Залили. Так, ждем лезвия и метки. Не выходите пока. Нейкис выноси. Свет выходит. Это что за херня? Ладно. Как ты? Там у него 60%, видимо, ничего не знаю. Не прожился. Ну я мог выйти, да, там сразу кто-то. Да не, он тебя не захилили.
Или холи полу. Мало, не знаю, Пал что-то думает, стоит, он не накидывает вся этот, блин, вестак, этот, как он, свет небес, блять, и мне тычка, я хильнулся, блять, вторая, и я упал. Если что, я могу потом две арены, смотри, на переходке. Мы говорим 51-52% тебе, чтобы ты свет небес уже стоял и без остановки спамил. Привет, нищий. Здорово, нищий. Как дела? Отлично. Мать, главное ему ничего не отвечать, чтобы он заткнулся. Что, в Украину интернет провели? Че, Виталий, как у тебя вчера интернет? Хорошо вылетел? В смысле вылетел? Я вроде бы честно сказал, идите в жопу и все. Вы убили ее потом лича. Там башка на танков упала, но кто-то упал. Слышишь, Дэнни Гёрл, если хочешь, можешь потанчить его. А, кстати, а вы лича убили, да, вчера? Ночью? А чё за рейд и почему пепер-то на Эрели? Нет? Не знаю, я в адептах вообще. Как это хуйня происходит? Бибу порели. Если вы читаете это сообщение, то пишешь, враги качаются. Случайно нажал на Грегор. Чё, ты говоришь? Не, Дим. Случайно нажал. Да не, бафайте рейд. Просто бафайте рейд, пока. Рейд 25, гир 2, Виталий, второй рейд. Все там Дживс или Момента, пожалуйста. А почему ваш Эрол со мной не здоровается, вы мне не скажете? Просто? Нет, не так. Дайте лапу. Да, дайте ему лапу. Какой-то говно в РК, блин. Согласен. Виталик, ты знаешь, кем работает СРС? Шлюшка. Она учится вообще-то. Пишите рыбу. Шлюшка, это ты. Все какой. У меня самые выгодные цены. Привет, Валинка. Попкланский, ты тут? Привет, Виталь. Как дела? Нормально. Хуёво мне дела, но мне прицел сегодня навъёбывался, а потом псих навъёбывался. Мак, блин. Я вообще-то ничего не делал. Я просто спросил, кем она работает. Не, по-моему, это же хобби такой, на Серсейку уебываться по очереди всем. Я понял. Это мейнстрим уже, да? Ну да. Стика, ты тут? Чем? Фоточки не скидывает ВКонтакте, поэтому приходится как-то ее... Все, начинай, псих. Провоцируй. Гёрл, начинай. Бля, ты... Охуенно вы меняетесь? Я же тебе написал. Ты написал уже, когда спулили босса. Хорош. Ну это скилл. Я кто сейчас танчит Галема? Наоборот, сейчас все. Назел на себе. Ты же срама, Дима. Я макрос не переписал, я хилю без мышки. Сдохну, тварь. Че вы пали? Дима, твое проклятие аж троих убило. Я могу его заменить. Падаем, короче. Блять, вы заебали, суки. Чё-то, блин, не они аж бедные присели. Вы отвлекаете, на самом деле. Вы вот что-то говорили, я же не слушал. Как я его сейчас бы хилил? Вот как? Никак. Мышка. Это твои проблемы. Джерри, подключи мышку. Да, она подключена, ты не понимаешь, что это... Ну, как тебе сказать? Я ее беру в руку и все, скилл весь пропадает. Все, ничего страшного не произошло. Сейчас перепишешь макрос, Петросикан потанчит свет с големами, а Даниил тьму. Ебатоги, как вы заебали, блять. Все, я переписал. Димон, а как ты пати раздаешь? Да. Пати мышкой. Мышкой. А в это время скилл пропадает? Нет. Делай в это время. Как они вообще там умерли? Что это за хуйня была? А мне чё, ГП, что нормально, не сдох. Ну, умерли. Не те урод. Падение. Ваня, после тебя умер. И я потом умер. Это тебе за шансон, блядь. Понял? Это, Ваня, тебе ответка за профа 25 гер. Я потом умер, когда они после тебя тоже умер. Дайте рыбу сожрал, дайте рыбу, блядь. Он умер потом же. Привет от нашего столика.
Давайте просто интеллект. Там сдохли Лесталк, Йоба и Китти Кэт. И все, три человека. От первого метеора. И Петр Сикан. Не, Петр Сикан был живой. Сейчас посмотрим. Будет новогодний рай, всепобеждающий, не мне. Че, еблан? А, да, сорян. Я этим не промахнулся. Поставьте рыбу, ёпта. Ты чуть было не лишил Ивани плаща. Сейчас. Я потом в 4 утра снял. Он уже почти с гильдии ливанул. Повезло тебе. Может, мне за шутки пиздатые даже снял. Охуевший дядя. Хотя нахуй, оставь себе. Живи с этой мыслью, что я тебя унизил. Ставьте рыбу, чё вы такие жопошники? В ёбе два раза гипнул. Блять, рыбу нету что ли? Пожрать есть у кого-нибудь на СПД хотя бы? Ну чё, побахал. Переписал макрос Димас? Да. Погнали куда-то убивать. Слева рыба стоит, пожри уже. Сзади тебе. Спасибо, братишка. Точно. Это у него голос как у этого. Помните, был такой этот? Алисия Паладин Гильдио, чисто такой же голос. Кого? Пацан говорил. Нет, вообще не такой. Не, у Алисии более гейский. Ну этот, да, на Марка Врелев. Более самогон. Нахуй, дайте мне уника, да. Дайте на полный геру. Певчий. Чё? Ладно, антиметка была. Нету метки. Нет, нет. Да, я просто ДБМ показал. Поэтому не падаете. Ну хуй на выгода стрелял, чего сказать. Хуй бачил, блядь. Сейчас он умеет. Такие приколы были в моей молодости, в школе еще. Ты учился в школе? Да, в школе, потом в технику, а потом на шансон присел. Да, иногда люди учатся в школе. Такое бывает. Диспель-то. Тресиканный диспель. Прицел диспель, ёпта. Все, побежали, хватит стоять. Слушай, там прожмешься под лужей, МС там не зайдешь. Ростов. Отведи мелких големов, они растут. Заходи, БДК, заходи. БДК зашел, рейд заходит. Смотри, какая тактика, да? А, блин, они не, на кого не кидаются. Конечно, не кидаются. Эй, крест забил. Скажите вам, как зайти. Прогарин, назад, вы заходите. Тренировал 24%. И на рацию бурцу. Рейд метка средняя. Джерин, ты с... только мышкой играешь, да? Сейчас. Ну, сейчас? Да. А ну да, пробую что-то мышкой тыкать. А я сейчас играю клавиатурой с тачпадом. Классно, правда.
62. 62, сейчас лезвие, метка. Зайдет. Слева вот. Так, метка на Макгрегоре. Внимательно с лезвием, не смотри, там не умирали в прошлый раз. Выходим. А сейчас мышка. На пол дай. Давайте на пол на БДК. Стали квадрат, давайте. Да, давай. Тут поверни чуть к нам, босс. Ты того. Побежали, давайте во тьме рост. Ты повесил ВСС? Вешай. Давай вешай. Ложа нормально, повезло. Давайте тогда в трэш сыграли, альтернативы на семейку. Играйте в большого глема, РДД великий мелкий трэш. Отводи мелкий трэш подальше. Бьем взрывом разума. Бафу убейте. Так, РДД помогаем, мелкий сливать трэш. Все, играйте в босса, Верена, вот метку выноси. Танки прожались. Так, встали в квадрат. Так. Метеор побежали. Так, не бьем холёна в свету, играем в трэш, лужа течет в танк. Крепче метка, отец убивец метка. Играйте в большого галера. Так, холёна тоже играем. Рейд метка, рейд захиливаем, на нем трэш. Будем по маму ходить. Побежали, Поклонская, давай капаем на БДК. Смотрим лужи, Поклонская, давай Сакрус, лужа в рейде. Поедим, никто не умер. Поклонская, выноси метку. Все играем в трэш. Большого голема сыграли. Давай, ставь тотем на ману, поедим на ману. Рейта захиливаем. Так, Поклонская метка. Поклон с Петросикана захильте. Хватит, квадрат встали. Стоп, дамаг во тьме. Все играйте сейчас в Халеон. Петросикана захильте, бля. КД, 2 секунды было. Для босса поднимайте Петросика, не поднимай. Видел, как я забайтил, видел? Ты вообще-то рейд убил. Я-то здесь при чем? Я успел убежать, а рейд не успел. Там типа 2 секунды было до незыблемости. Что проебались, они же передамажили, как так? Да уж. Проценты, что ли, не видите, или что? Блин, там чекайте иногда в этими сами урон. Выгреть надо. Сейчас бьете, 60 бьете, 40, все, нахуй, стоите, дрочите. Все, блин. Наверное. Отлично, РСК. Сейчас лут такой же будет. Да, нет, лут будет нормальный, мне кажется. 4 чешки, да? Ну, 8, блядь. Есть джиус или этот мамонт? О, мамонт есть, отлично. У нас, походу, Хант вылетал во время трави, да? А не. Можешь 100 голды дать? Потом отдам к среде. Да, иди в долларом. Чего ну, ты хочешь? 100 голды дайте за починку и каску по лоху. А рыбу и амоту. Все, дали, спасибо. Дайте мамонта еще. Так.
Каску по всем дайте. Будьте человеком. Чек. Чек, чек, чек. Большой гнем еще не даунтится? Нет. Только ЭОП. Бля, 11%, заебали. Рейд готов. Рейд готов. Говорит, на том трае тоже был плащ упасть. Пошли. А, кулак. Ставлю дай. На танка лут. Дайте кулак. Некис, дай кулак коту, все, начинай. Поставь лут, пивот. Да, конечно. Хватит, подрав встали. Побежали. Стойте близко к боссу. Ну, гребу. Нет. Жми МС. Незаимлемости мне. Под стеной беги. Ёпча, умрет нахуй. Минус тело. Помогу сейчас. Ложу его в рейд. Не стал, подымешь его. Подымай сразу, сейчас уже подымай. Кто подымал? Листалк подымает. Вставай. Быстрее вставай, бафайте его. Подожди, не заходи, лужа не отрезала нас. Все, заходи, БДК, заходи. Рейд зашли. Дайте баф по БДК. Варенька ССКД? Да, КД. Лезвие. Можете так зайти. Заходи. Пиздец, собаки скулят. Так, 57-56. Чипкат выноси. Скажите, как будет 52? 52. 51. Хоста. Выходим. Поворачивай, просто станьте как пищи. Я вылетел. ГП. Заходи быстрее. Расскажи. Скажем, когда зайти в игру, просто выход, выбор мира зайди. Выбор персонажа. Жаль. Все, можно. Ваня, не бей. Давайте во тьме рост. Трэш сыграли. Я не сыграю на себя, давай сыграю. Кана метка. Верена метка. Хватит Кодрам пердеть. Встали. Кто-то пердит там. Чего? Ты как дурак.
Ему сидит нахуй, бля, шептуны хуярит. Ой-ой, я возьму зашел, братья, я не знаю зачем. Вымыл, бля. Я без понятия, почему я возьму за кимо. Ты точно. Портал юзал, дебил, бля. Тут все. Я вообще без понятия. Я нажал на босса, короче, и меня почему-то во тьму закинуло. Что ты бибоп услышал, решил во тьму съебать. Пью, пью, блять. Ток выстреливает нахуй. На босса нажимаешь. А, бля, на клавиатуре играю. Ну, в смысле, я типа переключился в моба обычного, чтобы ударить босса, надо переключиться на него. Я в него понял. Слышь, цепь, да живой отскок ладно. Слышь, кастел тайбр. Мне помогает. Не люблю сквозь музыку. Бас. Никогда не заходил во тьму, как ебан. Да, камеру, камеру вверх поднимай, но не будет заходить, ты не будешь на портал тыкать случайно. Да блин, я на босс нажал. Да на портал нажал. Чё ты самогон говорил? Да не, ничего, меня просто не запускало, я хотел, чтобы ты на маяк зашел. А я могу зайти. Не, я тебе я не доверяю. Блин, а зачем ты мне в ПМ? Ты стесняешься, блин? Я тебя спрашивал. Блин, никто не знает, почему вот меня сегодня уже третий раз выкидывает, короче, выкинуло и пишет ход в игровой мир и не пускает дальше. Антигейм на сервере. А, смешно, да. Ну смешно же, блядь. Давайте, баба, опять. Виталик, а ты как в игру зашел? Я вот просто думаю, это с клиентом проблемы или с воп? С ориентацией. Бля, как это твоей? Давайте убьем уже. Давай, заходите за линией, иди начинай, там вот эти же боссы. Он агрит, блядь, по гипону народу. Почему? Иди агрит с деревом, блин. Чё ты такая, я не помню. Иди агрит. А, это же Дриньё, блядь. Ну, правильно, агрит. Давайте бежим далеко, далеко. Дальше отойди. Сейчас. Хорош. Как лужа в рейде. Стали в квадрат. Давайте в трэш сыграли быстренько. Хилы за... БДК заходи, хилы заходим. БДК заходи быстренько. Все. Рейд зашли. Блять. Хорошо. Так, там с пятой, четвертой пати лоб не зашел. Ты, конечно, демон. Ладно. Сейчас, сейчас. Заходите.
Сплю ману. Багрёк, выноси только не в лезвие. ДНС. Иди, коп. Сколько? Сколько? 55, 54, 53, 52 лезвия. 51, 50. Фаза 3. Пожирание души на Мазуре. Вышли в портал. Встали в квадрат. Поставили тотем на огонь. Дали героизм. Вы протолкнули Халиона дальше. 60%. Пылающий огонь на альфа-паре. Пожирание души на некисти. Падение метеора. Побежали. Даем рост во тьме. Уже в рейде катастрофа. РУ. Прикаст метка. Пожирание души до твар. Маринка, есть СС? Да. Хватит бить Халиона, все там наигрались. Играйте в трэш. Как детей отчитывает, блядь. Вы протолкнули Халиона, пишет. Давайте, встали в квадрат, падение метеора. Побежали. Ваши союзники, бла-бла-бла. Давайте стопнем по ходу. Квадропедра, пылающий огонь. Отец Грец, пожирание души. Давайте, сыграли в живое адское пламя. Джерин, ты надо мана? Пока нет. Пока нет. Пылающий огонь на фикасте. Пожирание души на зипере. 60% Халион, свет, жесть. Падение метеора на танки. Рейд сместились. А это всяк. Поклон, держи палец на скилле под названием... Это, выполни. Как называется скилл протопала? Сакра. Нормально. Священная вот, жертва. Дурацкое пламя. Священная жертва, да, вот. Держи палец на священную жертву. Уже не надо. Уже не держи. Бой надежды. Верена, Семен, Купоконский, ставь тотем. Ой, Купоконский. Бейте Халиона, свет. Побежали. Все нормально. Спокойно. Собрались, девочки. Так, пимп умирает, ГП. Это? А. Так, казённый на сметку, играйте в большого голема. Нам нужно убить живое адское пламя и мелкий трэш под названием живой огонь. Давайте убьем, посмотрим, что будет дальше. Злой, можешь зайти на дверь? Ну, скидывай пару зайдов. Так, на мне этот лающий огонь с дисплея. Прожму слияние с тьмой. Взрывом бейте, пожалуйста. Юра на звезде. Побежали за звездой. Теперь можно добить Халиона. Попробуем сейчас добить. Отхилился на нам 300. Так, Транго выносит метку. Пою гимна ХП, потому что кто-то разбил темную метку в центре. Очень плохо. Квадропедра, давай гимна ХП. Да. Молодец. Давайте добиваем Халиона. Рейд Мазур, подымай певчего, рейд подымай Альфари, Транго выноси метку. Или танк. Капухи. Метеор сейчас будет. Внимательно. Побежали. Не бежите вы. Вот если бы было два метеорита, до, то это было бы. А кто-то шарфнулся. Жители, пожалуйста.